Всем привет, продолжаем гулять по сюжетам, по изображениям, смотреть кто что, как говорится, who is who. Вот сегодня я хочу вам рассказать о Юдифе. Это история израильтянки Юдифи, она рассказана в книге Юдифи. Итак, военачальник ассирийского царя Навуходоносора Алаферн осадил город Ветилую. Чтобы спасти свой город, молодая вдова Юдиф отправилась в стан врага. И когда Юдиф предстала перед Алафермом, он был поражен ее красотой и, конечно же, позвал на пир с какими-то определенными планами на вечер. После пира, оставшей наедине с Алаферном, Юдиф отсекла мечом уснувшему полководцу голову и, обманув стражу, покинула неприятельский лагерь с головой Алаферна. Гибель военачальника внесла замешательство в ряды ассирийцев, и они были разбиты. Собственно говоря, и все, что можно сказать о Юдифе. Посмотрите прекрасные картины, которые очень множество в интернете. Изображение Юдифи есть во многих костелах. Все, всем пока, всем привет, до свидания, пока-пока. Сегодня мы узнали, кто такая Юдифи. Пока.